Поскольку многие ВИЧ-инфицированные люди по-прежнему маргинализированы в обществе, закон и его применение могут быть инструментами по защите общественного здоровья и обеспечению соблюдения прав человека. Молдова является родиной лучших примеров в области законодательства в Восточной Европе. Молдавское правительство исключило ВИЧ из списка причин, по которым может быть запрещен въезд и проживание людей, так же, как и другие дискриминационные положения. Am avansat în această direcție, modificând câteva legi și adaptându-le la rigorile europene. Legea numărul 23 privind prevenirea infecției HIV-SIDA, care au eliminat practic toate prevederile discriminatorii în privința persoanelor care sunt infectați sau afectați de HIV-SIDA. În particular, au fost eliminate orice restricții la călătorii, inclusiv pentru persoanele străine care se află în țară. Au fost abrogate toate restricțiile pentru ocuparea locurilor de muncă. Au fost semnificativ întărite în lege prevederile de asigurare a confidențialității cu introducerea unor exigențe foarte drastice pentru deținătorii de informații medicale referitor la statutul HIV. Тем не менее, Молдове еще предстоит пройти долгий путь для достижения уровня, на котором права людей, живущих с ВИЧ, соблюдаются в равной степени. Рычаги должны находиться в руках властей, гражданского общества и международных организаций, которые должны быстро реагировать на изменения в законодательстве и политике. Несмотря на то, что программы по снижению вреда внедряются в Республике Молдова на протяжении 10 лет, продемонстрировав высокое влияние на профилактику инфицирования ВИЧ в незащищенных сообществах, долговременность подобных программ под вопросом. Молдавское правительство выделило ограниченные средства в сравнении с тем, что дали международные доноры. Так или иначе, лидеры молдавского правительства выразили готовность рассмотреть все рекомендации экспертов в области ВИЧ-проблематики. Стабилированный механизм для пенализации еще отрадила распундеря пенала, челур каренкалка дрептурле персонелур инфектати аффектати кухив. Создание механизма по мониторингу и контролю за соблюдением прав человека на региональном уровне. Также создание эффективного механизма на уровне страны по обращениям и защитой в связи с нарушением прав человека. То есть здесь как бы в практике это вот здесь и сейчас произошло нарушение, куда человеку обратиться, кто возьмет его дело, и кто доведет до конца, и как человек увидит, что его дело, то есть оно завершилось определенным результатом. Многое зависит и от членов сообщества людей, живущих с ВИЧ, которые должны изменить свою личную жизнь. 60% из них говорят, что они живут в изоляции, и будущее представляется им в темных тонах. Наиболее оптимистичные из них верят, что каждый должен жить достойно в Республике Молдова, несмотря на сложные условия жизни. ВИЧ на самом деле помогает им выжить. Многие из этих людей раскрывают свой внутренний мир. Единственный подарок от Бога – это выбор, наверное. Выбор, на который не может повлиять никто. Вот. И, конечно, бы хотелось многого в жизни достичь. И я твердо иду к этому. Вот. Как говорится, вижу цель, верю в себя. Также верно и то, что люди, живущие с ВИЧ, могли бы с легкостью освободиться от своего психологического плена, если общество было бы более терпимым, бесстрашным, демонстрируя большее доверие и информированность о ВИЧ. Сегодня никто не может быть уверен, что не окажется в положении другого.